Вологда, дворец культуры железнодорожников. Сюда собрались работники народного образования, представители общественности. Секретарь областного комитета партии Другов выступил с докладом о задачах коммунистического воспитания детей. На съезде выступил также секретарь Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Микотин. Он поздравил работников народного образования с успехами в обучении и воспитании детей. В Вологодской области вручается переходящее красное знамя. Большая заслуженная победа тех, кто трудится на почетном посту воспитания нашего подрастающего поколения.